В республике не намерены смягчать требования к реализации алкоголя. Об этом сегодня заявил министр экономического развития Чувашии. Напомним, еще в августе правила продажи спиртных напитков в регионах привели в соответствие с нормами федерального закона. В их рамках субъекты лишились права регулировать работу предпринимателей. Владимир Аврелькин считает, что в республике в сфере контроля за реализацией алкоголя проделали колоссальную работу. За несколько лет работы свою деятельность приостановило немало торговых точек, доставляющих неудобства жителям. Бороться за право наведения порядка в сфере продажи спиртных напитков власти региона намерены и дальше. Кабинет министров Чувашии уже обратился в федеральные органы с просьбой вернуть контролирующие полномочия. Мы обратились в федеральные органы власти для того, чтобы нам дали иные полномочия, для того, чтобы мы могли ли, как Кабинет министров, так и Роспотребнадзор могли отслеживать соответствие названному типу заведения. Ну, то есть, если это кафе, значит, там должно быть горячее питание, условно говоря, определенная квадратура, официанта должна быть, да, ну, то есть нормальное состояние объекта общественного питания. Кроме того, из республиканского бюджета в текущем году выделены средства для того, чтобы мы отобрали организацию, лицензируемую организацию, которая могла бы выходить и обследовать эти объекты питания, для того, чтобы в случае выявления нарушений мы могли их пресекать их деятельность.